Экспедиция Ритейл продолжает свою работу, и мы сейчас в магазине. Гузель, скажите, в каком, какой адрес? Павлюхина, 57, город Казань. Наш флагманский магазин. Да, торговая сеть Бахетле. И мы сейчас посмотрим буквально несколько моментов, которые изменили во время реконцепции, и вот те категории, которые максимально вы развиваете. Начнем мы. Встречаем мы гостей как раз с туристическим ассортиментом, тем, чем славится татарская кухня, это сладости, да, то есть... То, что наши местные производители с любовью из Татарстана. Завтра у нас праздник Курбан-Байрам. То есть вот такие тарелочки подготовили наших покупателей, чтобы можно было прийти в гости и порадовать близких. Здесь есть конфеты, есть восточные сладости, есть сухофрукты, есть чай наш местный. Да? То есть непродовольственная группа, это как раз куклы. Есть напитки местный производитель, который производит халяльный продукт, да, халяльный напиток, состоящий из 56 трав. То есть это очень полезно для иммунитета. Вижу как раз все, что касаемо и ваших продуктов, да, что привезти из Казани. Это подсказка для туристов как использовать или иные, путешествовать только в холоде, важно. Да. Здесь мы видели в том числе вот те товары от поставщиков. Которые наши местные производители, которым очень сложно выйти на рынок ритейла. Да? То есть в этом плане мы тоже им помогаем. Понимаем, что это эксклюзивный продукт, представлен только у нас. Так как производство не может справиться с большим федеральным объемом, вот эта уникальность, вот как раз булгар-керамика. Мы их увидели на выставке, и вот сейчас... Их продукция во всех наших супермаркетах выставлена и тоже активно пользуется. То есть вот этот ассортимент ими представлен, я так понимаю, что вот там, где создан руками, это ваши партнерские общения. Замечательно. А еще не могу здесь не отметить, в этой части у вас вот такие замечательные чпачмаки. Чпачмаки, правильно? Чпачмаки, да. Мягкие игрушки. Давайте мы прям подойдем, потому что там отдельный момент, что это и маленькие, и большие. Это подушечки очень такие, опять дорогу, да, то есть можно лечь, прилечь, для детей берут. То есть, вообще, конечно, удивительно. Почему бы не сделать, да? То есть это просто есть. У нас еще в виде чпачмака мыло есть. Тоже туристы берут с собой. Еще сразу же по ходу движения я вижу ваш традиционный чак-чак. Да. Тоже около 5 видов. На самом деле есть чак-чак на топленом масле, да, то есть традиционный рецепт. Вот он специфичным вкусом обладает, очень такого ярко выраженным, да, топленого этого. Рекомендую, то есть если вот будете в наших магазинах, как раз вот этот чак-чак попробовать. Вот. И есть просто, так скажем, на масле. То есть чак-чак – это мука, яйцо, мед и, в принципе, все, да? Здесь тоже местная гастрономия, то есть представлена. Татарстан славится, так скажем, копченостями из утки, из гусей, там, из баранины, да, то есть поэтому всегда можно из конины, то есть вот этот козылык тоже у нас очень хорошо представлен наших разных производителей, в том числе есть наше производство, то есть тоже вот так выделяемое собственное производство. А это партнерская, это партнерская тема, Тоже очень такие яркие, красивые упаковки. Кстати, отдельно отмечу, что хорошо представлено это, выглядит хорошо. Ну и, конечно, один из самых ярких у вас теперь стал отделов. То есть это получается, сколько мы здесь для рыбы отвели? У нас квадратов, наверное, здесь 70 точно. То есть это категорийный проект, который вы собрали со всего магазина в одной точке? Да. Собрали, еще насытили, потому что... Так, когда он был разобран, то есть заморозка у нас была со всей заморозкой, да, сейчас уже понятно, то есть и с пельменями была, сейчас, когда выделили в отдельную полку и расширили ассортимент, то есть начиная еще с северной рыбы и полуфабрикатами, то есть вот та тема, когда берешь домой в замороженном виде или в охлажденном и уже
ставишь микроволновку или там на сковородку, чтобы приготовить? Отдельный момент, люблю всегда подчеркивать, когда все сервисы показаны. Например, там чистим рыбу от костей вручную, праздничные рыбные тарелки готовые на заказ. То есть вот да, то, о чем да, все да. время надо рассказывать. Ну, все-таки надо подсказывать, что вы это умеете делать, и они действительно здесь есть. Ну, потом дома довольно-таки сложно рыбу нарезать, да, тем более красиво. То есть ее же целиком сложно употреблять. Угу. Вот. Здесь также представлены салаты, то есть это готовится здесь в магазине. И вот это вот, про что я говорила, тема с охлажденными полуфабрикатами, уже в упаковке, вернее, в посуде, которую можно ставить в печь, да, то есть, можно сказать, вообще руки не марать. Да, как говорится, быстрая хозяйка, все готово. Почистим, приправим, то есть это об этом все время говорит. Очень красивые инсталляции, которые, конечно, так привлекают внимание. Те вещи, про которые вы говорили, то есть у нас туристический отдел, мы посмотрели, мы сейчас заглянули в отдел рыбы, посмотрели, что у вас есть в мясном отделе свежего, да, и нового. Дойдем теперь до узбек. Мясо и узбечка, прошу обратить внимание тоже на ассортимент лапши. То есть мы ее нарезаем вручную. Здесь тоже около 10, так скажем, наименований. То есть тоже по традиционному татарскому способу на желтках. То есть чтобы лапша была такая желтого цвета. То есть, Сколько наименований? Около 10 наименований. Вот праздничная, элитная, да. То есть для бишбармака, то есть крупные резки. Как вот потребителю нравится, в принципе, мы это так и нарезаем. Мясной отдел, как раз тоже вот остров, да, то есть здесь ассортимент баранина, говядина, индейка, то есть курица она отдельная. И вот с той стороны как раз ассортимент полуфабрикатов. И готовите с сезона шашлыков, который уже активно идет. Обратите внимание, да, то есть утка по-пекински, да, то есть дома приготовить это практически невозможно. То есть мы готовим, маринуем, то есть двое суток это отстаивается. И вот просто в этом же пакете ставится в духовку и запекается к праздничному столу. То есть вот таких сложных блюд, которые хочется вроде бы близких порадовать. Вот. 40 видов маринованного да, мяса? Да. Потрясающе. Ну, я так понимаю, что вот ваш СТМ касается майонезной группы. Майонез тоже готовится из натуральных ингредиентов. Есть и оливковый, и постный, есть халяль, есть сметанные, низкокалорийные. То есть и вот такие тартары, маринованные огурцы. Мы, кстати, все салаты готовим на нашем собственном майонезе. То есть у нас не покупной майонез. Это тоже было решение нашего собственника, да, Мусима Хабривны, для того, чтобы добиться необходимого вкуса, то есть решили пойти к тому, что даже сырье для салатов готовить самим. Тоже касается селедки под шубой, то есть мы сельдь солим сами. И вы понимаете, что селедку, чтобы обработать костей, то есть можно засунуть или в раствор, где-то химически, где кости растворяются, у нас на производстве чистят руками. Ух! Ну вот уже и ваш новый такой флагманский отдел, да, что касаемо узбечки, узбечской кухни. Тоже повторюсь, начиная от компотов, да, то есть супов, шашлыков, любое мясо. Это получается из тандыра? Да. Вот. И тоже в традиционной посуде. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Три вида плова обычно, да, то есть мясо, разные прожарки, птица, вот там есть вот перепелка, про которую я тоже сегодня говорила, и манты. Манты тоже делают узбеки. Вот, по их традиционному способу. Даже вот сладости насколько. Да, я помню. Вот про что я говорила, то есть, в принципе, все, что умеют, все, что, чем их кухня может порадовать нас, здесь мы производим. Ну, приближаемся, наше сердце. Заметьте, в самом конце, да, то есть в углу, зачем обязательно потребитель придет, это наша выпечка. Вот. Тоже большой ассортимент под каждый праздник, под сезон. То есть начинается сезон тыквы, мы из тыквы делаем пироги и эти выпечку. Обратите внимание, у нас с 8 часов скидка. То есть тоже в зависимости от магазинов до 40% доходит. Поэтому часто можно увидеть вечером
потребителя, этот, особенно там бабушки, да, то есть, которые тоже довольно-таки сложно дома готовить, они приходят и каждый раз, каждый день могут что-то попробовать. Ну и у вас получается, как говорится, пустые полки, да, нечем, да, это да, хорошо. Да, 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 да. Мы ничего не оставляем, потому что, ну, натуральный продукт. Вот это тоже традиционный наш пирог, Балиш. То есть это как треугольник, только в виде вот такого пирога, да? То есть там тоже картошка и мясо внутри. Вот, ну и вот эти ваши... Да, это косички вот про картошку, говорите. А, кстати говоря, вот, то есть вот получается, здесь вот такой завернутый, вот здесь такой. То есть традиционный, он с говядиной, он такой вот фигуристый. Кондитерка тоже наша гордость. Вот. Это наши пирожные, торты. Вот есть изделия, которые только... То есть зарегистрированные, да, то есть нами наши, это торт «Мудрый еврей» и вот «Бабушкин», то есть был придуман именно нами и запатентован на сегодняшний момент, тоже хиты продаж. Мы сейчас очень быстро пробежались по магазину, который занимается, и нас сейчас встречают как раз. Вот он привез пирожного, то есть, видимо, кто-то из покупателей хотел найти, где находится пирожное. Сейчас можно тогда готово нажать и пойти в алкоголь. Давайте. Посмотрим и начать. Ага. Так, побежал. Ну и заодно он, получается, показывает вашу продукцию на постоянной основе. Ну, сейчас он нас проводит в раздел алкоголя. С музыкой. С музыкой, да-да-да. Так, ну алкоголь занимает где-то процентов... По площади... Процентов 20, наверное. Наверное, да, процентов 20. Ну, у вас здесь свой собственный импорт. Да, да, да. То есть это в основном вина, игристые. То есть сейчас в последнее время, понятно, есть и хорошие российские производители. Да, то есть... и рассказал как раз про чак-чак. Вот, это история с крепким алкоголем, это какие-то эксклюзивные коньяки французские, которые мы тоже привозим, да, то есть если текилы тоже, которые только, в принципе, у вас не вот этот масс-маркет, да, а вот, который только можно у нас купить. И, Выберите продукт. Я предлагаю доехать еще до сыров. А вот здесь получается, вот сыры бахетлят. Да. Кстати, вот прям посмотрите, вот здесь видите все категории, то есть сыры бахетле. И все, что вот на, вот, за Костыбы часто приходит. Пожалуйста, и уже. Идите за мной. Самый короткий путь? Да. Ну вот у нас получается еще одна вещь, пока мы следуем за роботом. Как раз наша консервация. Начиная от заправки для рассольника, для борща, для том-яма. То есть все, что... Все то, что упростит жизнь хозяйки дома, но при этом оставит вот этот элемент готовки, не заготовки, то есть не чистки картошки, да, не чистки овощей, а именно готовки. То, что... Но я так понимаю, что это одно из тех мест, которое потенциально может занять вот та упакованная готовая еда, о которой мы в том числе говорили в интервью. Консервация сроки просто, он в любом случае больше. Это ассортимент кулинарии, горячей кулинарии. Это такой тоже. Путь. Да, да. Ну, кстати, очень тоже у нас успешно, мы попробовали аюрведу, блюда, то есть салаты, горячие блюда тоже. Ну, понятно, сейчас много кто на этом питании, хочу сказать, как узбечка, да, то есть, что у нас выросло в отдельный остров, вот аюрведу тоже прорабатывали. Так, ну что ж, нас ждет наш помощник. Да. Он привел нас к нашим сырам. Сыроварню ставили нам итальянцы. То есть тогда, когда вот как раз начались санкции, то есть вот тут мягкие сыры есть, да, буррата, стратичелла, безумно с ресторана берут, вот, вкусно. То есть у нее тоже короткий срок годности, также твердые сыры. Твердые сыры – это, так скажем, с каким-то наполнителем, вот с пряными травами, допустим, да, то есть есть. Кстати, я здесь, чесноком. Наверное, отмечу, что вот здесь нарисовано с веревочкой. Но вы делаете с защипом. Да. А защип – это более сложная технология, которая не каждый может поддержать. Так что, на самом деле, в каких-то моментах вы даже, как говорится, более качественные истории можете реализовывать. Недорассказываем. Да. И вот отдельно уж, если мы говорим, как раз импортные сыры, тоже нас то, что покупатель, что притягивает. То есть есть и сыры с трюфелем, с
прованскими травами. То есть наше производство ни в коем случае не мешает нам представить и любимые импортные сыры у себя на полках. Гузель, спасибо большое. У нас действительно сейчас быстрая проходка получилась. Не запланировано много. Мы смотрели других объектов. Здесь, соответственно, совсем немножко времени осталось. Но я надеюсь, что у нас появится возможность через некоторое время побывать в ваших новых магазинах, которые занимаются у вас сейчас, вы реновации делаете. И успехов вам в развитии вашего магазина. А к вам, наверное, обращаюсь. Приезжайте, изучайте, как можно развивать собственный ассортимент. Действительно, 50% ассортимента в продажах – это очень серьезно, вот именно готовой еды, да? Это очень серьезный результат. И интересно было здесь, в Бахетле. Развивайтесь, всего доброго. Спасибо. Вам. Спасибо. До свидания. До свидания.